Так, всем привет, это пятая серия прохождения дополнения Каменные сердца для игры Ведьмак 3, уровень сложности насмерть, и мы делаем квест. О, какой же мы квест-то делаем? Так, роза на красном поле. И меня вот неожиданно озарило, это ведь отсылка, похоже, к ордену Пылающей Розы. Мне так кажется. И неужто мы встретим там все-таки Зигфрида? А? Как вы думаете? Далеко нам пилить-то? Ну, в общем-то, прилично. Так что давайте к плоту позовем. Неужели за всем этим стоит магистр? Зигфрид у меня стал магистром-то, значит, должен быть Зигфрид, по идее. Собираем потихоньку какие-то части каких-то доспехов. Надо будет с ними тоже разбираться. Так, это вот оно, да? Нет? Угу. Ну, еще можно поскакать. Аж не хотелось бы влететь прямо в... Ага, вот. Ну что, Геральт, помолясь, погнали. Сохранение, кстати. Ага. Ну, по крайней мере, не роза. Орден Пылающей Розы тут нету. Это обычный гуль, правда, очень жирный, сука. Да ладно, ты еще живой. Это плохо. Где ты там еще один? Иди сюда. Вас двое. Да, надо уже принимать ласточку-то. Допустим. Все? Да, все. Так, и что? Запах реагентов. Это что ж тут такое готовили? Угу. Вот сюда, да? Там. Нет? Сюда? Сюда. Еще один гулич. Не ожидал. Дверь такая закрылась. Нет, не закрылась. Знакомый запах. Кажется, это Фиштах. Оборудование вывезли, осталось только негодное. Открытое окно, след сапога на кровати. Кто-то торопился. Mm-hmm. Ну да, наркотики убивают. Да ладно? Геральт, капитан. Так. Все тут, по-моему, да, нет? Ну, тут грибы. Грибы не круто. А, смотреть сухо. Ну, давайте сначала почитаем, что мы взяли. Так, где это? А, вот это. Родерих. Братан будет на теку. Зареканию. И он реально туда убежал, да? Так, кто-то торопился, ну вот. Следы ног неровные, кто-то бежал туда.
Пошли посмотрим. Куда? Туда. А ну вот, следы вижу. О, похоже, недалеко убежал. Здесь он задержался, спрятался. Потом побежал дальше. А я думал, труп. И чё? Скорее всего, вот сюда. Ага. А вот и он, да? Шрам на лбу. Похоже, это клюет. Болт в спине. Вошел глубоко, значит, стреляли с близкого расстояния, со стороны деревни. Поискать следы человека, где ушел выстрел. Угу. Ладно, ща. С близкого расстояния, со стороны деревни. Так, вот. Наш этот деревня у нас вон там. Вот он. Болт от арбалета и глубокие следы ног. Стрелок, похоже, был в тяжелых доспехах. Угу. Так, пришел такой. Следы копыт ведут в сторону пригорка, а там явно кто-то есть. Явно тут кто-то есть. Я вижу, кто тут есть. Так, мне нужно, наверное, масло против падальщиков нафиг. В смысле, трупоедов. Проклятые призраки, драконоиды, трупоеды, вот. Правда, у меня всего лишь улучшенное, но хоть какое-то есть. И то хорошо. Ну чё? Да вы чё со мной драться не хотите, что ли? Там. Я только что вспомнил, что я не засек время, это печально. Одну секундочку, все, готово. Готово продолжать. А, вопрос. Я что-то так тут раздухарился, что совершенно забыл. Так, это что? Это можно собрать, да? Нахер это мне не надо. Найти. А, пойти по лошадиным следам. Может, и не надо было с ними драться. Так, вот следы. Интересно, кто это такой? Неужто народный мститель какой-то? Типа фиштех, это плохо. Может быть, Зигфрид? Я все надеюсь, что Зигфрид тут ни при чем. В смысле, что он не встал на путь зла. И что мы его встретим. Че, все? Ну да, обрубаются. А, вот лошадь.
Так, надо бы, наверное, помедитировать, а то вдруг тут сейчас драка будет, а у меня не очень-то много вкусненького. Чай-то? Письмо. А, приказ атаковать. Угу. Прочитать. Задание. Нет. Так, у меня нашли слухи, что заброшено такое. Забирайте в нашу лабораторию к северо-западу от Бро. Ага. Понятненько. Так, я хочу сюда войти. Посмотрите, вот что тут есть. Если тут что-то есть. Не, ну плохо, плохо, что скатились. Нет, а где сам-то владелец этой лошадки? Ну, значит, моя. Я назову тебя Платва. Так, к северо-западу это где вообще? Ах, вон где. Ё-моё, далековато. Пилить-то надо. Ладно, погнали. Идите нафиг, я с вами драться не хочу. Бля, хорошее седло, кстати. Вообще не выдыхается лошадка. Давай, погнала. Надо глянуть в карту. Ага. Я понял. А вот мы и приехали. Ты постой здесь пока на крыше. Если чё, ой. Катсценка. О, у ордена Пылающей Розы новая резиденция? Небогато. Слушай, ты, приблуда, не знаю, что ты тут делаешь, но вот тебе совет. Иди, откуда пришел. Ну, чё ты тут торчишь? Морду тебе отполировать! А мне не нравится твой тон, дядя. Хотя ладно, что там? Ну, что там внутри, мы знаем. Не нравится мне твой тон, братец. Да, а ведь я был вежлив. Ну, раз вежливость тебе не по нраву, тогда попробуем иначе. Зря ты это делаешь, сейчас мужик. Сейчас все кончится. Цып-цып, гули-гули. Да блин, вы опять цып-цып гули-гули. Ага. Стоп. Я так не согласен. Блин. Блин-блинский. У него чар. Было дело. Вау-вау-вау-вау-вау. Какие они все-таки душные парни, а? Блин, я... Не успеваю даже. Ну-ка иди сюда, падла. Не хочешь, да? Ну давай. Ах ты. Блин, они хорошо фехтуют. Лучше, чем Геральт.
На тебе, сука. Красиво. Ржавый ключ, мое. Так, где твой братишка? А, бутербродики я тоже возьму. Чего бы нет. Так, и надо медитировать. На. У меня сколько осталось этих-то? Так, 3 из 5. А, ну, в принципе, 3 из 5, я думаю, хватит. Так, что тут у вас есть? Чё? Есть чё? Нет, ничего. Плохо. Так, что ж у вас тут есть? Бухло, вот понятно. Какой же рыцарь пылающей розы без бухла. Нет, с чего вдруг они грабежом занялись, я так не понял. В смысле, торговля наркотиками, разбой. Братья, понимаешь. Так, вот это мне не нравится. Здесь что-то туманное, он ядовитый, это стопудово. Что-то везде одно и то же, что ли? Ладно. Та-та-та-та, блин, большая у вас тут лаборатория-то. Эх, а когда-то мы вместе с ними, с саламандрами дрались. Что? А ты что за дьявол? Я ведьмак, или как чаще называют меня твои собратья, выродок или мутант. Тебя здесь быть не должно. А рыцари Ордена Пылающей Розы не должны убивать людей и заниматься наркотиками. Факт. Верно. Мы не должны. Мы должны защищать угнетенных. Нести веру и вечный огонь. Но Родовид обманул нас. Он нарушил слово, послал братьев на фронт, как простых солдат. А когда орден истек кровью, просто распустил его. Ну и? Он занял наши земли и забрал ценности, чтобы вести свою войну. Тех братьев, кто не протестовал, сделал охотниками за колдуньями. А тех, кто осмелился перечить, изгнал или бросил в темницу. И? Нас осталась горстка. И мы должны были искать себе новое место в этом мире. Но не наркоторговцев же. Вот так. И вы стали бандитами. Интересно, что сказал бы на это Зигфрид из Денесли. Кстати, да. Зигфрид из Денесли? Откуда ты его вообще? Я узнал тебя. Ты Геральт из Ривии. Ты убил Якова из Альдерсберга. Так и есть. И сделал бы это снова, если бы понадобилось. С этого началась наша гибель. С тебя, проклятый мутант! Бери свой меч! Не кричи. Достаточно вежливой просьбы. Драться будем. Это-то зря. Ух, ёлки-палки, у вас что-то тут до хрена. Пацаны, пацаны. Это дьявол воплоти. Пацаны, я не согласен, мне надо кошечку принять, чтобы я вас всех хорошо видел. Да, это будет не слабо. Ну, теперь я вас хотя бы вижу. Я туда-то отойти могу? Могу. Ну, давайте поговорим. Блин, я так разговаривать не хочу.
Да, все. Блин, я застрял в этих гребаных текстурках. Ну, ё-моё, ваш что-то как-то слишком много. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, их слишком много нафиг. Тем более мне, у меня нет пространства для маневра. Так, с какого тут начнется-то? Давай, загрузись, крузись. Похоже, будет катсценки. Все вот эти опять же. Ну да. Что? Понимать. Я ведь... Тебе... Верно, народ. Он нас... И вот... Я... Так и... С... Ник... Сейчас все кончится. А, помните меня, братья! Отходим, 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 Геральт. Куда-нибудь. Ну, я не знаю, куда мы тут отойдем. Блин. Да господи, Геральт, ну как же так? Ну ты не можешь, блин. Fucking shit. Ну, сбежать тут, похоже, не получится ни черта. Ё-моё. Вот это попадос, это невозможно. Тут столько народу. Даже не знаю, чем их тогда пронять-то. Я просто с ними так не разберусь. Мне нужно пространство для маневра. Чтоб я мог там восстановиться и так далее. А здесь пространства нет вообще. Тут со всех сторон они. Так. Ну ладно, пробуем убежать тогда, как только... И попробуем, может быть, на улице я смогу их убить. Что? Я тебе... Привет, народ. Он на... И... Я... Так и... С... Не крит... Сейчас все кончится. Так, как уйти? Уйти, уйти, уйти. Запомните меня, брат! Ай, не уйти. Давай уже, Геральт. Почему ты не хочешь бежать? Ну. Здесь вот хотя бы можно было будет поработать. Нет, тут никак. Никак. Здесь слишком много народу и слишком мало места. Это в общем нереально. В общем и целом. Мне надо сбежать, но хрен знает, как мне надо сбежать. Ай, твою мать. Вот это я попал. Но там невозможно. Там невозможно всех их раздавить так, чтобы не получать урона. То есть слишком, слишком мало места. Слишком мало места. И нападают со всех сторон. Еще эта катсценка блядская. Народ. Он на... Ну тут, по-моему, любой я вариант могу... диалога выбери, и как бы все равно будет драка. Ну вот, посмотрите, ну. Бля! Я вас не вижу, пацаны. Бойте, братья, бойте, бойте! Да не, ну это нереально. Так, давай-ка отойдем.
Очень-очень аккуратно, Геральт. Будем отходить. Очень аккуратненько будет. Геральт, мать твою! Ты бы ушел бы. А, все, пипец. Нехорошо. Да, нехорошо. Это попадос там не открывается. Нельзя покинуть локацию. Ё-моё, вы хоть бы предупреждали, что здесь такой жесть будет. Нет, я имею в виду, что я бы с ними разобрался, если бы была побольше. То есть мне нужно больше пространства. Больше пространства мне нужно. Почему здесь... Там их примерно десяток очень злых, очень сильных. И маленькое, блин, пространство. Тут никакими ни блоками ничего не сделаешь. Тут просто-напросто тупо энергия закончится. И все. Так, ну давайте попробуем уйти миром. Попробуем другие варианты, чтобы уйти миром. Драться с ними не вариант. Что ж, вы неплохо устроились. Еще немного и станете второй Саламандрой. Поздравляю и прощаюсь с вами. Саламандрой? Подожди, подожди. Я узнал тебя. Ты Геральт из... Ага. Так и есть. Понятно. И сделал бы это снова. С этим... Понятно. Опять отсутствие выбора. Я понял. Иди сюда, сука. Ну иди. Напомните меня, братья. Это дьявол во плоти. Fucking shit. Ну попробуйте, доберитесь до меня. Пойте, братья, пойте, пойте! Ага. Ну будем чё? Будем четырить. Сейчас всё кончится. Сейчас сдохнешь! Это что, я сам себя, что ли, подбил? Давай, 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 давай. Дохни, тварь такая. Но придется, а что делать? Сейчас сдохнешь! Сдохнешь! Так, ну я могу отражать стрелы, если чё. Да, зашибись. Отражаю просто как этот. Нифига. Что же с вами делать с таким красивым, бляха, муха? Так. Сейчас все кончится. Голи-голи. Не, я не про это. Не могу попасть. А, могу попасть, кстати говоря. Сейчас сдохнешь! Сдохнешь! Заебись. Как же ты не попадаешь там, Геральт? Меня, братья! Это дьявол во плоти! Ай, назад-то не... Не могу забраться назад, короче. Все, зашибись. Что тут делать, что тут делать, как тут быть?
упал. Да не, нереально. Да что делать-то, я не понимаю. Ну ладно, будем пытаться, что. Тогда надо как-то гулять таким образом, чтобы они меня не убили. Интересно, как, мать твою. Интересно, мать его, как. Игни убьют. Ирден убьют. Квен не помогает. Давайте. Я ведь тебе. Веднер. Он нас. Мне на эти ваши жалобы и на вас насрать. Да так, что потребуется шахтеры из Махакама, чтобы потом до вас докопаться. Ну-ка посмотрим. Вы преследовали других. Теперь преследуют вас. Вам выпало именно то, что вы заслужили. Ведьмак-моралист. Забавно. Мне кажется, что я тебя уже где-то видел. Понятно. Я узнал тебя. Ты Геральт. Вы посмотрите, я все три варианта диалога использовал. И пришел ровным счетом к тому же. Ну как это? Ну как? Ну какая это РПГ? Ну... С тебя, ну просто не... Проклятый мутант! Бери свой меч! Одинаково просто диалоги разные, одинаковые события. Ну это не РПГ, это говно. Реально. Мало того, меня сейчас еще и убьют. Ладно, я не хочу выполнять этот квест. Потому что это неинтересно. Или, блин, ну... пытаться. Ну, давайте еще раз попытаюсь я и плюну на него. Потому что, ну, говно какое-то. Интересно, как разработчики вообще хотели, чтобы я это сделал? Я не понимаю вот этого. Тут же настолько хорошие фехтовальщики, настолько мало, блин, места. И бьют они очень хорошо. Чем я их должен мочить? У меня не... тут, да, кроме автомата, по-моему, ничего и не поможет. Ну, может быть, пулемет. Блин, еще эта катсцена. Вот зачем ее тогда, эту катсцену делают, если все равно выбора, блин, нету. Нету никакого выбора. Давайте вот это что ли. Я. Так. О, пацаны. Так. Ну что делать будем? Только уходить. Давайте попробуем вон туда уйти. А, ну, в принципе, меня дамажит этот газ не так, чтобы сильно, давайте. Чтобы у них началось вот это вот все. Так, а чтобы у меня ничего такого не началось. Давайте-ка кошечку примем. Так, улучшенная кошка, раз. И эту самую штуку, я думаю, тоже надо. Надо, кстати, подумать насчет того, чтобы... как-то ее улучшить может. Нет. У меня ласточки нет. А, отлично. Блин, у вас слишком, блядь, много. Суки вы.
Что делать будем? Ну, у кого какие предложения? Жалко, что у меня зелье Рафарда только две штуки. Так, один готов. Ну, более-менее. Кто там еще стреляет у меня? Что делать будем? Ласточка кончилась. Так, ласточка кончилась. Что у меня может восстановить быстро? Вот это вот попробуем. Так, блок. Сдохни! Да. Почему у меня Игни выбран? Кто мне скажет вместо Квена? Так, ну, в принципе, нормально. Так, ты вроде там один дядя, да? Ну-ка давай поговорим. Мать твою! Да ты издеваешься? Так. Ух! По-моему, я с ними разобрался. Ё-моё, сколько времени я... Я даже, наверное, ничего не буду, собственно, вырезать. Но смотрите, всё-таки получилось. Болотный газ и всё такое. Так, жареную курочку я возьму. Где у вас что интересненькое, пацаны? Так что же все-таки с Зигфридом? Доспех.
Что же, мать его, с Зигфридом? Пишет тех. Заберу. Я тоже им поторгую, а почему бы и нет? Им можно, мне нельзя? Блин, я-то думал, тут что-нибудь интересное будет все-таки. А, отправиться к заказчице за наградой. А, то есть к этой бабе? Угу. Так, перчатки, все понятно. Можно было, кстати, здесь их как-нибудь встретить, может быть. А может быть и нет. Бутылка воды пригодится. Мечок тоже пригодится. Ой, да Геральт. Так, с тем бы что-нибудь, может быть, подсобрать бы. Блин, ну там болотный газ не очень-то крут. Ой, да ладно. Что-то как-то их не видно. Грибочки. А, это другая сторона, что ли? Похоже на то. Вот они, да. Бутербродик. Сколько у вас жратвы, пацаны? Тупой топор. Это они тупым топором меня так хорошо гасили. Вот уж не поверю. Ай-яй. Так, ну нет. Я думал, что, может быть, у того чувака, который у них главный... Может быть, у него какие-нибудь записки есть, только что-то не наблюдаю никаких записок, походу. Ну и все, можно отсюда валить. Тихо, валить, я говорю, это в другую сторону. Валить это в другую сторону, на самом деле, Геральт. Ну, это я возьму. Ну ладно, хватит тут собирать, тут ничего особо ценного нет. Только всякий хлам. Вот теперь я могу выйти. О, отлично, ё-моё. Да. Это было круто. Заказчица за награды, говоришь? Где это? Ё-моё, далековато. А, она же говорила, что она типа в алхимии живет. Будет ждать, вернее. Чё, на ближайший вот здесь вот. Придется скакать до туда.